Но самое страшное, когда вы носите крестики, а там Иисус Христос, а он же распят, ему же было больно. Мощнейшая идет негативная информация. Сердечная чакра. Крестик еще ладно, соединение высшего и с мирским. А уж когда там еще Иисус Христос, да еще у детей, это не мелочь. С точки зрения биоэнергетики, это очень нехорошая штука. Имейте в виду.